Всем привет! С вами Дмитрий Восьмерки. И сегодня у нас необычные питомцы. И это... Ай! Ну, как вы понимаете, ежику. Та-да! Когда он напуган, он распускает свои иголочки, и мне становится больно. И сегодня также будет игра, как с кроликом. Так, в какой коробке? Поэтому давайте начнем. А кто отгадает, тот получит Лего! Ответы напишите в Инстаграме. Кручу, верчу! Не, сильно колючая, лучше с одним поиграть. На помощь! На помощь! Ну что, 1, 2, 3. Пишите в Инстаграм, а результаты в следующей серии. Рубрика «Сфоткайся с ежом». Ха, придется побахтеть. Мне это легко. А вы знали, что ежики – это полные хищники? Они не едят грибочки, яблочки. Возьмите себе. Они едят насекомых, личинок, червячков, бабочек, отстойно звучит. Ёжики едят мышей. Если у вас есть дома, то, пожалуйста, вот вам ёжик. Но не те, что в клетке, а те дикие, которые бегают. Я придумал тебе имя, ты будешь Сипунтик. А вы знаете, что с ёжиками можно разговаривать? Смотрите. Поэтому, если вам не с кем общаться, заводите ёжика. Он шипит так сильно, что воздух дует. Если вам нужен вентилятор, покупайте ёжика. Ай, во, блин! Ну не так близко подходить, но все равно в воздухе. Еще один смысл завести ежика. Это так прикольно, когда они едят. Вот, пожалуйста, вам. Все, нет, не вылазьте. А ты руки мыл перед обедом? Спрашиваешь? Давно уже! Ну что, красавчик, тебе вкусно? Смотрите, это пытки над этими гусеничками. Ему мясо подавай. Давай мясо, давай мясо! Ой, это нормально, я его кормлю, а он на меня шипит. Я никого не хотел обидеть. Лайфхак от Тимика. Если тебя кто-то обижает, к примеру, возьмем моего брата, но я не буду так делать. Если он меня будет обижать, то я знаю, моего друга сразу позову, под подушку залезет, или на стул, когда он будет садиться или ложиться, то ему сразу же будет неприятно. Поэтому рекомендую. Это такое кое-кое защита. Ребята, вам выпуск понравился? Если да, то поставь лайк и подпишись на канал. Мне очень понравилось с такими ежечками. Ну что, пока-пока, ежичек. И вам пока. Пока-пока.